Всем привет, с вами Артур. И сегодня у меня в ремонте Mercedes CLS 63. Этому 6-литровому монстру удалили по каким-то причинам крышу. Мне нужно установить другую и заменить поврежденные детали. Итак, ремонт начинается. Разбираю машину. Спонсор этого видео — Car Vertical. Здесь можно узнать историю автомобиля по ВИН-номеру. В истории сразу видно, была ли машина в угоне или в ДТП. Тут можно увидеть, был ли скручен пробег, какие и где были повреждения, а также фотографии поврежденного автомобиля с аукциона. Сайт работает на большом количестве языков. Сервис хороший, рекомендую. Ссылка в описании. Итак, машина разобрана, и первым делом я решил установить крышу. Есть донорская крыша, и я буду готовить ее к установке. Донорской крышей я закончил. Теперь мне необходимо удалить левое заднее крыло, оно мне будет мешать. Также я удалю внутренние поврежденные элементы. Теперь подготовлю стойки. Все лишнее удалил. Установил крышу для примерки. Как видите, левая средняя стойка вдавлена внутрь немного. Надо мне ее выдавить. Выдавливаю с небольшим перетягом.
Теперь стойка на месте. Теперь равняю заднюю перегородку. Прекрасно. Теперь могу устанавливать крышу. Крыша установлена, ее приварю позже. Теперь я сделаю необходимые измерения переда. В описании есть ссылка, где можно найти размеры. Ха! Защитные швы сделаны из шпаклевки. Эта машина уже была в аварии. Был бит перед. Немного не сошлись размеры, но перед я подкорректирую позже. А теперь я займусь приваркой крыши. Внутренние усилители крыши сварены. Теперь я установлю и приварю заднее крыло, а также все внутренние усилители. Внутренние элементы заднего крыла сварены, и перед установкой крыла я закончу сваривать крышу. Сварка крыши закончена. Сейчас немного подкорректирую арку и затем примерю крыло. Крыло стоит прекрасно, все зазоры гуд. Снимаю его
промазываю герметиком, устанавливаю и свариваю. Перед сваркой еще раз проверяю зазоры. Сварочные работы крыши и заднего крыла закончены. Сварочные швы заливаю оловом. Чудненько. Теперь отравняю несколько вмятин на дверях и правом заднем крыле.
Двери установлены, чистый металл загрунтован. Осталось подправить токопередок. Итак, работа с металлом закончена. Снимаю машину со стапеля и отдаю машину в покрасочный цех. А на сегодня у меня все. С вами был Артур. Не пропустите вторую часть с результатом ремонта.